Привет! В эфире «Всполохомобиль» с Каталиной. В комментариях к последнему видосу по «Искромобилю», где у нас была Каталина и Искры, многие писали, что увы, лучше оставить за бортом и сетап со всполохами посмотреть только с Каталиной. Я ваш запрос учел, и на сегодня у нас с вами вот такая вот машина. Основа, база такая же, как была и в прошлый раз. Напарником выступает Юки, ну а на борту три стоковых всполоха. 12 226 очков мощи получается у этого аппарата. Если сравнить, например, со всполохомобилем, с искромобилем, то есть, искра у нас на 9826, это Каталина, и 9620, если зов, то есть вой. Поехали попробуем на такой сборке. Если как-то на ней будет тяжко превозмогать на ней вообще, то потом попытаюсь, наверное, взять нормальную такую здоровенную сосиску. Аналогичную тому, что было в недавнем видосе по смерчам. Короче, поехали, посмотрим. В комментариях многие джедаи такого оружия, таких сборок вообще писали, что бить надо сверху вниз, так сказать. Сейчас я попытался, камеру наверх зафиксировал, еду с зажатым альтом. Подъедет какой-нибудь враг, вон там вон целая очередь, и попробуем на них подобное провернуть. Будем ли мы бить врагу по оружию? Итак, чек. Ну, оно как бы уперлось там в оружие, но потом все равно вернулось. По стакам, кстати, два стака у нас уже есть. Давай катаемся, сейчас не тормозим. Да, блин, ножки этой штукой сжигать, это, конечно, тот еще капец. Смотри, 4000 белого урона, 4 стака. Вот только я добрался до генератора, ну, конечно! Стоило только добраться до геника, как его кто-то подрезал. Так, давай еще раз вот так. Ну, это, конечно, жесть. Блин, дай я пойду на игрока нападу, мне... С этой хренью боской сражаться вообще прям не торт. Вот, совсем другое дело. Привет, вкусняшечка. Так. А эта вкусняшечка-то смотри, как огрызается, а? Вот тебе и вкусняшечка. Так, резко по тормозам и назад. А вот теперь вперед. Блин, тут еще клиенты приехали. Да отбей ты ему хоть что-нибудь-то уже, ну... Фу, блин, это жесть. Тем временем я набрал 10 стаков. 10к. Ой, какая страшная хрень. Погоди. Так, все нормально. Этой штуке главное не попасться по шнеке. Иди, чё? Да отвали ты от меня, дронятина. Вот еще не хватало сдохнуть от дрона, когда ты на искромобиле, а? Победа. 1507 очков. Катка почти без ботов, хорошо. Но здесь, я так понимаю, Ханна тарахтит, судя по тому, что она отсюда не убегает. Ну, как бы да. Здравствуй, Ханна. Давай мы тебя по бурику выпиливаем, а потом спокойно занимаемся всеми остальными. Прости, Огник. Вообще, как-то на тебя не рассчитывал. Один стак у меня пока что только набран. Один, это, понятное дело, вообще не стаки. Здорово, Союз. Не ждал меня? Я сам себе не ждал. Так, ворваться бы сейчас в эту толпу, но я так понимаю, если я ворвусь в эту толпу, долго я не проживу. Ладно, мы тут врываемся с союзами. Тихо, погоди, назад. Пацаны, я его держу. Да, этот пирожок приплыл. Три стака, хорошо. Готово. Так, на трех стаках мы с вами пока что и замерли. Едем дальше. Мне хочется взять этот искромобиль и просто уехать в ПВЕ. Давай-ка вот эту штуку уроним. Да свалить с моей башки, ну. Ну-ка. Минус пулемет. Так, надо поближе подъехать. Зачет. Так, что у нас там дальше? У нас там дальше ховер. Ну, ховер, понятное дело, сейчас будет наращивать дистанцию. Да, уйдет туда налево, если он не дурак. И он не дурак. Ну, хорошо. Нет, так я его не догоню, надо отходить. Давай лучше союзу здесь поможем. Помогли. 6 стаков. Попробую через центр выйти на того ховера, потому что так он от меня улетит. А вот через центр у меня есть все шансы его сейчас поймать. Он сейчас может сюда? Нет, он обратно пошел вдоль края карты. Давай, направо. Иди ко мне. Я вижу твое желание. Привет, ховер. Смотри, ну я его все же подловил, как и планировал. Ты че такое, зараза, блин, вообще, слыши? Пипец, как ему некомфортно, наверное. Но я ему вроде что-то делаю, что-то нашел. О, нормально пошел процесс. 8 стаков.
все, он уже просто сдался. А нет, он был в перегреве. 8 стаков только успел накопить просто за все эти страдания. Это капец. Но 2000 МВП. Так, и кто это там сзади такой интересный? А, понятно, палочник, пихалочник. Блин, я бы его не успел уже перехватить, как бы мне не хотелось. Здравствуй, дорогой союз, ты охрененно тут был сейчас нужен, да. Так, быстро вперед, 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 вперед. Так, замечательная красота, этот минус, тот минус. Давай-ка по бырику выпилим дронов. Там что-то он лежит, страдает, так, дрон. А, ладно, хрен с тобой, дрон. Это тоже минус. А там дрономамка у нас такая стесняется, назад ползет. Здравствуй, дрономамка. Как твои дела? Можно я тобой закроюсь от твоих же дронов? Если вот ты не против, как бы будет прям классно. Так, ладно, дроны минус. Дрономамка, ну что ж ты такая, а? Детей своих скармливаешь вместо того, чтобы самой воевать. Ой, Флоренс, привет. Флоренс, какая у тебя бочка была? Так, еще два врага, у меня 4 фрага и 7 стаков. Здрасте. Вы у нас что? Ага, я понял. Вы у нас то, что сейчас очень быстро снесет мне все хп в кабину? А, блин, я застрял. Я застрял. Ай, ладно, пофиг. Челик. Да почему меня все бросают, игнор... А, погоди, я же с этого присока сижу. Может, челник узнал или что? Я не знаю, стрелял, 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 потом бросил и уехал. Перегрев! Пофиг, пляшем, победа. 1653. Так, один из красненьких отошел налево. Хорош, тут на кочке прыгнуть можно, оказывается. Двое красненьких уже слева. Я попробую, конечно, но не исключено, что я сейчас просто по щам получил свою наглость. Ладно, Скорпион, всего доброго. А че, откуда, где? Ага, я понял. Обойдешься. Блин! Так, нормально, вырулили. Здесь у нас и Скорпион, и что-то еще. Ой, погоди, это что-то мой друг из прошлого боя, отходим. Он наверняка на меня все еще обижен. Эбигейл, здравствуй. Эбигейл, только не смотри, не надо, не надо, не надо. А ну тебе не бери грех на душу, уйди. Уйди, уйди, уйди. Ага, больно. Че-то горячо-то, блин. Ну так горячо, потому что мне мастодонты по морде дали. Так, 3 стака, хорошо. Давай немножко кататься, чтобы у нас радиатор тоже... отрабатывал, а то что, он просто так, что ли, на крафте висит? И зачет. Победа. 5 стаков. 5 стаков, считай... Ну, сколько там? Ну, можно сказать, за одну цель. Ладно, за полторы. Ой, привет! Как твои дела? Ну, как, у тебя-то дела лучше, чем у меня, я вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот смотри, одного такого юркого хойера найдешь раз на раз, но, правда, я уже был подранен, понятное дело, и после мастодонта, и после всего... И как-то довольно быстро лишаешься своего оружия. Нас тут главное такой пачки прессуют, а где все синие? Они там тоже кого-то одного красного гоняли. Раз на раз, конечно, прикольно врагов раскатывать, но раз на раз также прикольно было и с искрами. То есть, такую машину все равно, если в рандомы будешь брать, то либо для фана, либо если тебя в конец закарали всякие там дрономамки, турлевоски, дымкосеры, ракетчики, вот всякое вот такое вот, братья. Да, устраивать для них ад, это, конечно, приятно. Но все то же самое, опять же, можно делать и с искрами. А раз на раз искра так же хорошо практически вывозит, как и всполох. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, и когда речь идет именно про рандом. Так что, будь у меня прямо сейчас свободные бабки на 3 реликта, я бы, наверное, все равно взял себе 3 дикобраза, но никак не 3 всполоха. А там еще поднакопил денег, и искромобиль собрал бы именно с искрами, а не со всполохом. И заканчиваем мы этот видос с результатом всего в 602 очка. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.